Региональное отделение Ассоциации юристов России возглавил зампредседателя Губернской думы Юрий Шевцов. Ранее этот пост занимал Виктор Сазонов. Кандидатуру поддержали единодушно. Шевцов стоял у истоков ассоциации и долгие годы, будучи депутатом, участвовал в ее деятельности. Сегодня в ряды рекотделения входит 436 юристов. Среди направлений деятельности – оказание бесплатной правовой помощи населению. И мы будем молодое поколение вовлекать в свою работу для того, чтобы улучшить и, несомненно, правовое обучение населения. Это самое важное из всех задач, которые перед нами стоят в условиях сложной экономической ситуации в стране. Бесплатная юридическая помощь встает во главу угла, и этим вопросом мы будем заниматься.